Порча на врагов на три зеркала и три карты. Ставим два зеркала, лучше одинаковых. Между ними ложим третье зеркало. На третьем зеркале ложим черного джокера лицом вверх. По бокам, не на зеркале, две карты, пять. Кристи плюс пики. Тут откуп. Пятерка карт, она же суть ритуала. Или 5 пик плюс 5 пик одинаково. Ложим и говорим. К тебе, Люцифер, взываю, твоей помощи прошу. Исполни мою просьбу. Разберись с моими врагами. Уничтожь их. Лиши имущества, денег, счастья, удачи, семьи. Ввергни в нищету и разори. Тебе гонца отправляю с помощниками, заклято. Карты сложить в пакет, обвязать черной ниткой для усиления можно в черное обернуть. И либо бросить в кладбищенский мусорник, либо положить на зеркало для магии на полчаса. Дар откуп карты. Ответственности тут нет, за все отвечает Люцифер. Джокер станет вечно охотиться за врагами, а пятерки станут ему помогать. Они откуп всем, кто будет помогать ритуалу. Откуп силам. Ну вот, пакетик упакован в черную бумажку, завязан, полежит на магическом зеркале полчаса. Зеркало для магии. И все, ритуал окончен.